В Северо-Казахстанской области полицейские усилили работу по организации технической укрепленности учебных учреждений. Педагоги, дети и их родители активно готовятся к началу учебного года. Обеспечение их безопасности возложено на сотрудников полиции. О технической укрепленности учебных заведений, дорожной инфраструктуре и предупреждении преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и в их отношении говорили в департаменте полиции Северо-Казахстанской области в ходе рабочей встречи с руководством управления образования и другими заинтересованными органами. Функционал, возможности, исправность и коэффициент полезного действия камер видеонаблюдения, исполняющий обязанности начальника департамента полиции Северо-Казахстанской области Курмангали Исмагулов поручил ответственным службам максимально использовать потенциал современных технических средств в школах. Для этого нужно владеть всеми данными и быть готовыми к реализации возможных изменений и модернизации. Также поднят вопрос общей антитеррористической защищенности и наличии лицензированной охраны. Отдельно даны поручения провести мониторинг дорожной инфраструктуры вблизи общеобразовательных учреждений и организовать оперативное устранение имеющихся недостатков до конца августа. Кроме руководителей городских профильных подразделений полиции, на рабочей встрече присутствовали сотрудники управления по противодействию экстремизму, отдела по контролю за охранной деятельностью, местной полицейской службы и административной полиции. В режиме видеоконференц-связи в диалоге приняли участие и руководство всех районных отделов полиции. Защищенность несовершеннолетних находится на особом контроле всех государственных органов, в том числе и руководство областного департамента полиции. Общая задача – обеспечить комфорт и безопасность школьников, учащихся и студентов на протяжении всего учебного года и на каникулах.